В минувшие выходные Казанский университет посетил заместитель министра финансов России Алексей Лавров. Встреча с руководством и учеными КФУ проходила на территории медицинского кластера. Отдельным вопросом стало обсуждение перспектив развития биобанка КФУ. Проект направлен на развитие регенеративной медицины, которая основана на клеточных и тканевых технологиях. Представляет он собой хранилище ценных образцов биоматериалов, в том числе банка стволовых клеток, причем услуги по хранению и использованию образцов доступны всем желающим. Для полноценной реализации возможностей и расширения различных видов междугороднего и межрегионального взаимодействия необходима федеральная сеть. Инициативу в ходе визита подтвердил и замглавы Минфина страны. Причем собственная база данных Казанского университета сможет занять достойное место в федеральном проекте. Стоит отметить, что на сегодня Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и прочие структуры медкластера выступают постоянными партнерами Минздрава России на уровне страны и участниками более 60 международных проектов. К слову, их число может увеличиться в самое ближайшее время. Коллеги рассмотрели перспективу совместной подготовки медицинских кадров и проведения исследований. Аделя Шамилова, Универньюз.